Здравствуйте, уважаемые коллеги! Приветствую всех вас! Я вижу вас достаточно много, и очень хорошо, что вас привлекла вот эта тема, именно похвала и как сделать, чтобы из похвалы получилось нечто хорошее и качественное. Ну что ж, вот поговорки, да, например, мы с детства слышали: «Не хвали себя сам, пусть народ похвалит тебя. Если ты что-то сделал, то это люди увидят». Следующее: «Глупого похвала портит». «Хвалить себя смерти подобно». То есть эти поговорки настраивают на то, что хвалить-то плохо. Хвалить плохо. А современные психологи показывают, что нам очень-очень-очень не хватает доброго словца. По жизни что такое похвала? Когда отметили наше дело, то, что мы сделали, сказали что-то приятное, оценили наш труд. То есть похвала – это способ еще показать, что я вижу, что ты делаешь, я вижу, как ты стараешься. Да? А без похвалы как-то все не очень. Вот, например, у вас тут огонечки. Вот когда вы зажигаете что-то интересное, вы нажимаете на огонечки, и что это? Похвала мне, и я радуюсь, я вижу, что это отзывается в вашем сердце. Дети постоянно нуждаются в обратной связи. И если взять, то похвала – это своего рода обратная связь с человеком о том, что, да, реакция на мое действие. Я сделала, и это хорошо. А вот у нас села вот такая поговорка, что не надо хвалить себя сам, пусть народ похвалит себя. Да, может, себя хвалить не надо, но сейчас очень актуальна самопрезентация. Ведь скажите, верно, да? Вот скажите вам презентация. Так, не слышно. А скажите, всем не слышно? Если хорошо слышно, нажмите на огонечки. Слышно. Прекрасно. Тогда, пожалуйста, напишите в чате, чтобы кого не слышно, перезагрузили. Хорошо? Все, прекрасно. Вижу, что слышно и видно. Здорово. Спасибо за помощь. Ну что, получается, вот не хвали себя сам. Но с другой стороны, самопрезентация – это очень необходимая вещь. Человек идет устраиваться на работу. Сейчас мир довольно большой, не так, что сосед, родственник, кто-то порекомендовал, сказал, это да, но ты идешь и презентуешь себя. И что получается? Люди, которые выросли на этих поговорках, очень страдают именно во время таких презентаций, самопрезентаций, когда нужно самого себя представить. Ну, это же с молоком матери, это от бабушки, от дедушки, от папы, от родственников, от учителей исходит. Как же можно хвалить себя? Да? Вот, то есть мы попадаем в капкан такой. И вот еще поговорки. Хвалят, не гордись, учат, не сердись. Вот здесь уже мы встречаем уже другую поговорку, которая немножко пытается балансировать, как раз показать, что похвала может и хорошо, но если ты рад слышать похвалу, будь готов и услышать еще и замечания, рекомендации, да? Чем хвалишься, на том провалишься. А это как раз, можно сказать, программирование. Если такие поговорки повторять детям, то очень часто бывает такой случай, да, вы ребенка похвалили, сказали, молодец, ты постаралась, у тебя пятерочка и так далее, отлично выучил. На следующий урок он старается, он выходит отвечать и вдруг запинается и проваливается на том же самом. Почему? Потому что проявляется гиперответственность, оправдать вызванное доверие. Это тоже создает напряжение. А может и другой случай, когда похвалили, и человек расслабился. У меня же хорошо получается. Вот. И оказывается, под каждой поговоркой идет своя программа. Какую сказать? Очень сложно. И сейчас особая тема психологов – это разбор сказок и разбор, ну, вот таких поговорок, которые выстраивают такие отношения, такие характеры людей, при котором люди в большинстве своем
неуспешные. У нас огромное количество людей имеют кредиты, из которых не могут вылезти. Они закрывают один и попадают под другой. Оказывается, это чувство долженствования, когда он всегда чувствует, что он должен маме, должен папе. Вот съешь ложечку за маму, съешь за папу, за бабушку, за котика. Да, не за себя, а за кого-то. Вот и получается такая история. Вот скажите, пожалуйста, какую поговорку про хвалу, похвалу вы чаще слышали в детстве? У вас есть такие или вокруг сейчас слышите? Если есть, пожалуйста, напишите. Это очень интересная вещь. Так, и возникает вопрос, как, что, ну, хвала, это хорошо или плохо? Вот как вы думаете, хвалить хорошо или плохо? Вопрос, конечно, очень интересный. Это хорошо. Хорошо. Да, хвалить значительно лучше, чем ругать. Во всем нужна мера. Все должно быть в меру. Вот. Ну что ж, а каким мерилом измерять похвалу-то? Если у нас вес – это килограммы, время – это часы, а похвала – это же у нас нет мерила для того, чтобы измерять, это хорошо, много или мало. Остается надеяться на свое внутреннее ощущение и на те чувства, которые мы переживаем. Есть такая похвала за поступок. Хвали, но перехваливай. Да, хвалить надо в меру. Похвала за дело. Отлично. Смотрите, есть техника красной ручки, зеленой ручки. Что такое? Красной ручкой обычно мы в тетради отмечаем ошибки. Зеленая, есть еще такая техника зеленой ручкой, когда под написанным мы обводим то, что у ребенка хорошо получилось, отмечаем то, что хорошо получилось. Как это влияет положительно, я замечала много-много раз. Ребенок, ну, маленький в первом классе пишет, ну, ужасно пишет. Ну что, взяла я ручку, должна как-то показать, где хорошо, где плохо. Я смотрю, если я возьму красную ручку, она вся будет, вот весь лист будет красным. Если ребенок будет видеть, что все плохо, что ему делать? Ничего. Я тут тихо спрашиваю: Сонечка, а ты мне позволишь, чтобы я зеленой ручкой обвела то, что у тебя хорошо получилось? И я взяла и обвела всего лишь две буквы на трех строчках, но этого хватило. После того, как она увидела, что это хорошо, вот говорю: смотри, делай как это. И все, пошла другая работа. На следующей строчке уже 6-7 букв были подчеркнуты зеленой ручкой. Что получается? Вот похвала иногда направляет, нацеливает внимание на то, что хорошо получается. Вот читая поговорку, хвалился, хвалился, да в бочку свалился, да? Вот, пожалуйста, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Да. Вот, хвалился, хвалился, да в бочку свалился, все, уже человек не будет никак хвалиться, не будет себя презентовать. А с другой стороны, это уверенный, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Это еще и думает, а как себя похвалить, чтобы над тобой больше не смеялись? То это же здесь немножко открываются двери. И смотрим дальше. Так вот, какие свойства похвалы есть положительные, отрицательные? Полезные – это отмечают правильные созидающие действия, направляя внимание. Когда мы говорим: вот это хорошо, вот это хорошо, он говорит: а, значит, это надо делать. Иногда вот в жизни, знаете, как получается, встречается женщина, мужчина, да, с мужчиной, и вот идет первая разведка, вот не знает, что интересно, и когда вы даете какую-то реакцию, мужчина понимает, а, ей это нравится, и он начинает больше об этом говорить, в эту сторону смотреть, то есть мы направляем, и когда немножко так
унылый или так взгляд отвели, что получается? Он понимает, что нет, это неинтересно. Если, конечно, это наблюдательный мужчина, умный, то он все уже говорит, с вами разговаривает на те темы, которые и вас, и его более вдохновляют, да? То есть хвалить можно взглядом, можно словом, можно улыбкой, можно по-разному похвалить, показать свою предрасположенность. И тогда человек понимает зону своего действия. Вот здесь можно, а вон там нежелательно. Вдохновляют и дают силы. Ребенок, когда видит, что его похвалили, он же воодушевляется, у него меняется осанка, весь он по-другому уже стоит, по-другому действует. И вредные расхолаживают. Ну так, я же крутой, у меня все отлично получается. Или вгоняют в гордыню. Я лучше, чем Петя, чем Вася, чем Маша и так далее. Так, хвалиться и похвалить – это разное. Да, когда кто-то другой хвалит тебя и хвалится. Ну, смотрите, хвалиться в меру и умно надо уметь, потому что это самопрезентация. Очень полезная вещь в нашей жизни. Похвала стимулирует. Да. Рекомендации о том, как лучше хвалить. Я собрала рекомендации разных людей, психологов, родителей, которые мы видим в интернете, в книгах. И давайте сейчас об этом поговорим. Самое главное – это, конечно же, искренность. Когда мы искренне говорим, когда мы заискиваем, особенно дети моментально это чувствуют. Иногда вы сами, да мы взрослые тоже чувствуем, когда кто-то нам говорит комплимент такой, ну, неискренний. Нам что, приятное от этого? Да нет, тошнит. Представляете, как тонко чувствует неискренность ребенок. Поэтому очень важно вот ребенку говорить искренне, да и любому человеку. Если нечего хвалить, найдите что-то, за что можно зацепиться. Была даже такая история. Байрон был на мероприятии, там женщина красивая, элегантная выступала. Выступала она очень плохо, отвратительно. И, ну, там все говорили какие-то слова и так далее. Подошла она к Байрону. «Ну, как вам мое выступление?» Ну, что он сказал? А он не мог сказать ложно, ложь. Поэтому он сказал, вы выбрали прекрасную тему. Да? Тема хорошая, другое дело, что не раскрыта. То есть он нашел такую вещь, которая при этом абсолютно честная. Во-вторых, ну, если человек так взлетает, ему хорошо, зачем ему портить? Это же не профессия. Ну, раз вышла женщина, где-то выступила. Может, отдельно сделать можно замечание. Кстати, очень важно. Хвалим всегда прилюдно, а ругаем отдельно. Умные директора прилюдно всех хвалят, а в свой кабинет вызывает и ушат на голову. Это другое, это воспринимается, как-то честно рассказывать, вот это не нравится, вот это плохо и так далее. Тогда у человека сохраняется свое лицо. Дальше. Нужно хвалить старания, а не данные. Есть люди от природы одаренные. Вот приходили ко мне на вокал заниматься дети. Одаренная была девчонка, одержимая, но она никак не развивалась. И мальчик был тоже талантливый. Почему? Потому что, ну, есть определенный талант, есть определенные рамки, и дальше не выполняли никакие рекомендации. Если человек не в состоянии слышать и впитывать что-то новое, он не развивается. А дети со средними данными, но с открытым сердцем, душой, ушами и с желанием, и с пониманием, что они ничего не знают, им надо трудиться, вот они трудились, развивались, обгоняли тех талантливых. Поэтому мы больше хвалим старания, а не данные. Иногда дети с проблемами здоровья, благодаря специальным практикам, техникам и той работы, которую они выполняют, они достигают больших успехов в жизни именно за счет
стараний, большого трудолюбия, работы. Дальше. Когда мы хвалим, мы не говорим «молодец», «умница» и так далее. Ну, во-первых, как бы я Бог, чтобы сказать «молодец», «умница». С другой стороны, это ни о чем. Ну, кинула слово, и все. А когда мы смотрим, вот как Байрон сказал, да, тему хорошую выбрали. Смотри, у тебя как хорошо вот это получилось. Получилось действие. Мы конкретно описываем, что получилось. Как аккуратно ты одета. Вот урок заканчивается, смотрите, какой он аккуратный. У него 5 уроков сидел, занимался. Одежда в порядке, да? Вот даже вот такие вещи мы уже наблюдаем. А какой порядок на парте? Вот уголочек убрала. Действие. Действие, которое человек делает. Мы конкретно действие указываем. И тогда он понимает, во-первых, сам ребенок понимает, что это хорошо. Дальше другие тоже. При этом мы не стараемся, не сравниваем. Вот у него грязно, а здесь хорошо. Как мне нравится, что у Миши так аккуратно. И вдруг глядишь, все остальные чик-чик-чик-чик, свое аккуратненько сделали. У меня тоже. У тебя тоже. Какая красота. Да у всех молодцы. Как вы смогли сделать? Да, то есть мы одному сделали, посмотрели, и дальше остальные. При этом, а если сказать, а вот у того, тогда у того агрессия, плюс несколько детей будут сочувствовать, тому, и получается обратная реакция. Всегда ищем повод для похвалы и ни с кем не сравниваем ребенка. Вот это очень важные элементы, о которых мы говорим. 6-е правило – не используй «но». Вот ты сегодня прекрасно сказал стихотворение, прочитал. Ну вот ты можешь, когда захочешь. Вот это «но». Но ты такой ленивый. Дело в том, что это «но» выделяет, и все, что было хорошего до этого сказано, стирается полностью. И остается «но ты ленивый». Можешь, если захочешь. Но я не хочу. Если захочу, значит, я не хочу. И получается, что вместо похвалы вот эта ложка дегтя полностью портит весь мед. Да? Был мед вкусный, сладкий, хороший, полезный, здоровый. Ложка дегтя, и все, вся бочка испортилась. Вот точно так же одно «но» может испортить все ваши старания. Хвалим публично, и не надо много повторять многократно одну и ту же похвалу. Да, сказали вот в этом направлении, он уже начал работать, все, уже здесь не трогаем, уже двинулась карета, да, уже на рельсах он идет. 1-2 раза, все, достаточно. Теперь мы расширяем зону его внимания, ребенка, и начинаем акцентировать другие вещи. Да, расширяем зону влияния. Если он это хорошо сделал, значит, надо поставить что-то, такую вещь, которую ему надо преодолеть. И мера. Мера – очень важная вещь, об этом мы говорили. Дальше мы об этой мере еще поговорим. Расскажите о своих чувствах и ощущениях. Что это такое? Ну, когда я вижу, что ты делаешь, я чувствую, да, мне хорошо, мне так хорошо, когда я прихожу домой, и здесь дома так убрано, и это сделал мой великолепный сыноля, все. Мне так хорошо, когда слушаю, как ты читаешь это стихотворение. Мне так нравится твой рисунок. Мне нравится твой рисунок. Не то, что рисунок хороший, плохой. Мне нравится. Он может сказать, да нет, учительница сказала, что плохо. Ну и что? Да, смотри, вот это хорошо, а здесь можно доработать. Смотрите. Не то, что кто-то там глупый, не понимает. Ну да, мне понравилась вот эта часть, у тебя сегодня получилось лучше. То есть мы сравниваем его с самим собой до того, что было. А сейчас у него лучше.
Выявить способности – это хороший повод похвалить. Да, выявить способности и усилия в сторону развития этих способностей. Да, у тебя хорошая память – это способность, верно? Поэтому ты можешь развить в себе еще и фотографическую память. Он говорит, а что это такое? А вот такое можешь? И вдруг он, так, а интересно. Да? И получилось расширение. А то, говорит, у тебя хорошая память, он говорит это, а потом забывает, не учит стихотворение. Почему? Потому что у него хорошая память. Должна же само собой запоминаться стихотворение. Зачем мне учить? У меня же хорошая память. Да? А когда говорим, ты так осмысленно говоришь, осмысленно, осмысленно это действие, мы направляем внимание уже. Ты прочувствуешь, через себя проводишь смысл, да, о чем говоришь, что ты делаешь. Не хвалим за то, что легко получается, то есть легко получилось, отлично, а можем ли мы это развить? Задаем следующий шаг. Опять же, мы, смотрите, даем похвалу и направляем. То есть похвала не просто для того, чтобы вот поставила пятерку и все. Направляем. Будьте осторожны, когда хотите похвалить в том, в чем и так он увлечен. О чем это? Очень интересная фраза. Мария Монтессори понаблюдала и заметила, что если ребенок чем-то увлеченно занимается, то в это время не надо к нему подходить, надо стать невидимым, неслышным. Тогда он во всем этом уже увлечен, ему и так уже это интересно. Иногда бывает, ты подходишь со стороны, смотришь, скажешь даже хорошее слово, все, ребенок забросил, ушел. Знаете, это как действует? Ну, как роль наблюдателя в квантовой механике, там, или частица, или вещество, или частица, или волна. То есть наблюдатель сейчас смотрит вещество, через 5 минут смотрит и видит волну, волновые явления. Что это такое? Как-то вот так это влияет. Вот на этом этапе, когда ребенок занят, он не нуждается ни в чьей оценке. Особенно, если оценку дает ему человек, который ему не интересен. Если... другое дело, когда он ребенок приходит и показывает, а посмотри, как это у меня хорошо получилось. Смотрю, слушай, вот здесь это место очень интересное. А как ты это сделал? Слушай, расскажи, а как ты это сделал? Надо же. Да, а я даже не могла подумать, что это возможно. Да, я вроде бы не похвалила, сказала какие-то слова, и вдруг в нем проявляется интерес к тому, что он делает, что это ценно. Иногда пугливых детей, неуверенных, нельзя хвалить, потому что... они не готовы к похвале. Исходя из своего воспитания, обстановки семьи и так далее, тогда мы просто ему вот направляем, задаем вопрос, а как ты сделал? А как у тебя эта идея возникла? Надо же, а как это у тебя получилось? Еще смотрите, что получается. Идет анализ. Если у него что-то получилось случайно, то во второй раз он проговаривает это и запоминает. В следующий раз он будет повторять то, на что мы акцентировали его внимание. Всего лишь вопросом. Кстати, самое сильнейшее орудие в наших руках, как педагогов, это вопросы. Итак, а что, не ругать детей за ошибки, проступки? Мы все хвалим. А как вы думаете? Про зеленую ручку сказали хорошо, про красную сказали, что она плохая. Так что, не ругать за ошибки. Да, друзья мои, обязательно надо отмечать ошибки и проступки. Но как это делать? Во-первых, когда делать замечание на это. Да,
Смотрите, важная вещь. Когда мы делаем замечание, мы делаем замечание действию, но не человеку. Как мы хвалим не природное качество, не качество ребенка, а его действие. Точно так же, ругая, мы ругаем его действие. Смотри, у тебя есть такие хорошие способности, но ты и поленился, и потому у тебя не получилось. Или не сдержался, не выдержал. Вот, провести беседу с ребенком. Прекрасно. А как провести с ребенком? Друзья мои, во-первых, нужно, прежде чем с ним поговорить, определить цели и задачи. Иногда на эмоциях мы не имеем такой задачи научить ребенка, а имеем задачу из себя высплеснуть свой негатив, освободиться того, что душит нас самих, да? Ну как он, вот этот паршивец, посмел вот так со мной говорить или так высказаться? Ну, нормальное состояние, да, нас вывели из себя, да? Но когда мы так пытаемся эмоции свои выплеснуть, как мы можем требовать от ребенка, чтобы он начал управлять своими эмоциями? Конечно, поэтому на этот момент мы сразу говорим: стоп, милая, оставить эмоции, можешь выдохнуть чуть позже по-другому, а сейчас определи цель, что ты хочешь добиться от ребенка, чего ты хочешь, какая цель, чтобы он осознал свою ошибку и больше так не поступал. Верно? Вот это уже определенная цель. Дальше. Определяем способы достижения цели для конкретного ребенка, для определенного возраста. Это ведь совершенно разные маршруты достижения цели. Например, ребенку в детском саду можно поговорить голосом куклы. Взять медвежонка и сказать: а знаешь, медвежонок увидел, как ты сделал все это, ему стало грустно. Медвежонку стало грустно. И вот такие мысли. Насчет сертификата, Евгения, в конце занятия вам все расскажут, объяснят. Сейчас пока сертификаты не готовы, они будут готовы сразу после окончания вебинара. Также высказать свои ощущения верно, верно, провести беседу с ребенком, конечно. Дальше, третий шаг. После того, как мы выработали маршрут, как можно сделать, мы еще и смотрим, а какого жизненного опыта не хватило ребенку, вот этому человеку. На самом деле дети поступают так, из арсенала своих умений и навыков. Жизненного опыта, маленького еще, он же маленький, точно так же мы поступаем из арсенала своего жизненного опыта. И какой жизненный опыт сыграл злую роль? Потому что где-то не хватило, а где-то хватило другого опыта. Он прошел, ему сделали больно, ему накричали, на него накричали родители, и он привык. Пока не кричат, он не понимает, что это плохо. Ну, тихо говорят, ну, так и надо, нормально. Ну, прокатит. Вот когда громко мама крикнет, по столу ударит: о, все, все, я понял. Нет, не буду. Хорошо, все, я понял. Да? Иногда вот такой, потому что есть такой жизненный опыт. И как, понимая, вот отвечая на эти вопросы, мы найдем способ, как же провести беседу с ребенком. Смотрите, что получается. 1-2 раза нужно это все осмыслить, долго, заранее подумав, иногда прописав какие-то вещи. Но если несколько раз мы проводим такую беседу, 3-4-5 проходит автоматом, уже намного быстрее. То есть мы не тратим время, чтобы определить задачу. Эта задача уже моментально выскакивает. Способы: так, с этим ребенком, что он любит, чье мнение уважает, на что обращает внимание, где у него сильные точки, где у него болевые точки, куда трогать нельзя никоим образом, потому что слишком больно. И вот так мы уже находим, как это делать замечание.
И вот психологи заметили, что оказывается у похвалы есть еще и обратный эффект. Наиболее часто появляются вот эти обратные эффекты. Давайте сейчас разберемся, почему они появляются и как мы можем их избежать, да, избегать. Похвала может вызвать у детей зависимость. Дети в музыкальной школе ко мне приходили, все просили: а поставьте мне оценку. А на какую оценку? Урок вокала. Говорю: тебе понравилось петь? Да, тебе было хорошо? Да. Вот это твоя оценка. Я не ставить не буду. Почему? Потому что, да, я в журнал вставила, но я хотела, чтобы наконец у ребенка появилось собственное ощущение ценности своего труда. Как ты думаешь, в течение урока ты хорошо работала? Ну, ты так себе. Хорошо, вот ты и поставила себе оценку. Сможешь на следующем уроке? Хочешь на следующем уроке лучше поработать? Да, хочу. Смотри, если ты сделаешь лучше, то у тебя получится это. И вот то же самое. Вот появляется, что иногда мы своими постоянными пятерками, похвалами вводим его в зависимость. И тогда ребенок перестает, а родители приходят домой, что делают? Первые спрашивают: а какую ты оценку получил сегодня? Они спрашивают: а что нового ты узнал? А что было интересно в школе? А с кем ты сегодня подружился? С кем играл? Вот это более важные вопросы. Иногда на родительских собраниях надо родителей учить, во-первых, спрашивать такие вопросы, а потом только про оценку. Когда мы акцентируем внимание только на оценке, ну, нас начальство оценки в первую очередь и просит, поэтому мы на это обращаем внимание. Мне надо, например, занимаясь раз в неделю, быстренько поставить эти оценки, чтобы в дальнейшем было чем ставить четвертную оценку, да? А мне эти оценки абсолютно по барабану. Мне важно, чтобы ребенок, я преподаю музыку, чтобы он музыку полюбил, чтобы он почувствовал, а как это Моцарт, Бетховен, а как Вивальди, а может быть еще кого-то. И он распознал, искал и не слушал то непристойно, которое везде сейчас преподносится, и дети слушают. Вот. Поэтому хваля, мы должны наблюдать за тем, чтобы ребенок не зависел от этого. Дальше. Дети боятся рисковать и делать что-то новое для них. Они слишком зависят от слов поощрений и не хотят прослыть неудачниками. Да, у них все хорошо было, а если у меня не получится? Вот то же самое, ребенка захвалили, он вышел, и от груды этого напряжения ему стало плохо. Тогда вот, как мне сказали, мне понравился фигуриста, упала, встала, и пробуем снова, Ольга Журавлева. Да, великолепно. Упала, встала, не получилось, давай еще разочек. Ну и что? Я часто детям говорю, когда пишут и что-то делают, и плохо получается, не получается. Говорю: знаешь, как ты учился кушать? Говорит: как? Это ложку брал в рот, а потом вместо рта он уходил в нос, а потом в подбородок. Еще и переворачивал, чтобы все вывалилось в рот. Он говорит: да, вот точно. А потом, если у них есть маленький ребенок: о, у меня братик, у меня сестричка так делает. Говорит: ты тоже так делал, а сейчас как делаешь? Хорошо. А знаешь почему? Потому что много раз пробовал, не получилось. Вот точно так же у нас сейчас не получилось, повторим и будет. А ты видишь, как дети учатся ходить? Вот ты тоже так учился ходить, да? Вначале не получалось, держал за ручку, падал, вставал и дальше. Вот точно так же мы еще и можем похвалить умение вставать. У меня была проблемная девчонка. Она хорошо играла на фортепиано, но на всех концертах останавливалась и не могла продолжать. Привели ее ко мне на вокал, еще не просто петь, но еще и как на психотерапию. Мы с ней позанимались, случился концерт, она остановилась, а потом продолжила.
все, там мама и учительница фортепиано, которые еще и родственницы, ждут ее, чтобы ее ругать, и говорит: стоп, тихо, ребенок мой, не трогать, ничего не говорить, пока я не скажу. Родители отодвинула, они рядом стоят, приходят, она говорит: милая моя, как я восхищаюсь тобой. Она удивленная, ждет, что я буду ругать. Я говорю: ты представляешь, что случилось? Ведь много людей могут сорваться, а ты собралась и продолжила до конца. Все. Понимаете, после этого у этого ребенка глаза полетели в другую сторону, и мама и учительница уже немножко по-другому посмотрели на эту же ситуацию. Говорю: понимаешь, артисты тоже бывают, выходят, вот фигуристы падают, артисты остановились, забыли. Они что делают? Они сочиняют и идут дальше. И ты собралась и продолжила. Браво, молодец, я горжусь тобой. Мне очень нравится то, что ты сделала. Все, ребенок вдохновился. После этого вокал был для нее любимым предметом. На следующих концертах она уже не запиналась. Почему? Почему она запиналась? Потому что была гиперответственность. Ведь тетя учительница, а тетя хотела, как может эта моя племянница сыграть хуже, чем другие. Да, она требовала от нее вот так. Вот и получается. К сожалению, читая комментарии, да, к сожалению, некоторые родители мало интересуются успехами своих детей и мало хвалят. Смотрите, этому есть две причины. С одной стороны, у них эти поговорки, родительское воспитание, что хвалить не надо. С другой стороны, им не хватает энергии на самих себя. У многих родителей нет энергии, они сами себя не любят достаточно. Откуда же они могут давать любовь детям? Это не от хорошей жизни, друзья мои. Иногда похвала становится манипуляцией в руках взрослого. Да, это тоже часто встречается, когда манипулируют. И самое плохое, что ребенок перестает себя слушать, свои чувства, свои эмоции. Такой человек во взрослой жизни работает для всех, всем помогает, но он постоянно устает, появляются болезни, несчастен в семье. Почему? Потому что он сам не понимает, от чего он хочет. Его внутренние чувства заглушены. Мама похвалила, папа похвалил, учительница. И он делает ради того, чтобы получить эту похвалу. А от момента наслаждения нету. Следующая проблема, связанная с похвалой, это детям, которые ориентируются на похвалу, очень не хватает креативности. Тоже потому что они пытаются понравиться взрослым и не иметь собственной точки зрения. А если обратите внимание, есть очень проблемные дети, которые вообще не обращают на вас внимания, но они настолько креативны. Они прекрасно знают, чего они хотят. И во взрослой жизни эти люди намного более успешные, когда они осознают, что я хочу. Не хочу делать. Мы говорим: надо. Хорошо, мы говорим: хорошо, ты можешь не хотеть. А давай сделаем так. Не все вещи мы хотим делать, но делаем. Например, мама идет на работу, папа идет, что-то делает. А давай посмотрим, что происходит, а вдруг здесь есть что-то интересное. Или, а что тебе нравится в этом, что не нравится, что ты не хочешь? А что бы ты хотел? И тогда мы постепенно, направляя, можем сделать так, чтобы он вместе с группой сделал то, что мы планируем, но уже с любовью, да, но только не запрещая, пусть это будет его выбор. Хорошо, не хочешь — не делай. Смотри, в таком случае можно сделать вот это или это. И он смотрит, нет, это не выгодно. Ладно, я сделаю. Главное в этом даже не в том, чтобы он не сделал то, что вы говорите. Главное иногда для ребенка остаться при своем мнении, сказать свое «нет». Вот уважайте «нет» ребенка, особенно вот в этом хрупком детском дошкольном возрасте. Всегда нравится, когда материал эмоционально представлен. Ну,
Не могу я без эмоций, потому что это животрепещущие вопросы, да, с которыми мы ежедневно встречаемся. Неуверенные в себе дети от чрезмерной похвалы не чувствуют себя уверенными. Да, им кажется, что это неискренне. Поэтому похвала должна быть строго дозирована. И мы хвалим не ребенка, а его действие, что вот это хорошо получилось. Это должно быть честно и искренне. Тогда он поверит. Или полагаемся на мнение авторитета. Ребенок хорошо сыграл на концерте, но он чувствует, один был маленький недостаток. Вот ему кажется, этот маленький недостаток такой большой. Ему говорит: слушай, ты хорошо справился? Говорит: нет, я не справился. Говорит: а знаешь, вот этому человеку в жюри, там, высокому специалисту, ему понравилась твоя манера. Но я же там ошибся. Да, ошибся, ошибки бывают, это то, что надо развивать. Но вот там был такой момент, на который он обратил внимание. Все, и идет, то есть, да, мы признаем его ошибку. Так, я сейчас ускорюсь. И вот, друзья мои, самое главное, это схема конструктивной похвалы. Эта схема какая? Она многоступенчатая. Я вижу, слышу. Первая часть. Я вижу, как ты стараешься. Когда я вижу, как ты стараешься, то представляю, что лет через 10-20 с такими качествами ты станешь великим музыкантом, прекрасным семьянином, успешным бизнесменом, политиком, счастливым человеком. Да? То есть что мы делаем? Составляем вот из конструкции, составленной из этих частей. Первое. Мое мнение. Я вижу. Не ты хороший. Или какой-то. Когда я вижу, как ты учишь, ищешь, что-то делаешь, мы отмечаем его действия, то представляю, что лет через 10-20, а мы делаем, чтобы дети, ребенок вырос, и показываем, что мы сделали. Мы включили маяк, на который ребенок направил свое внимание. Он теперь уже будет стараться в этом направлении работать. Он знал, что он ему говорит: ну, какой ты нудный. А когда я говорю, когда я вижу, какой ты кропотливый, тогда я вижу, можно не только детям. Да, конечно, друзья мои, это всем можно, и взрослым, и ребенку, и школьникам, и студентам, даже родным. Но тогда они лет через 10-20, там уже время можете изменить. Когда я вижу, как ты кропотливо работаешь, вот делаешь это, я представляю, что вот на такой работе, скажем, бухгалтером, которому надо точно-точно посчитать каждую циферку, я представляю, какой из тебя прекрасный получится бухгалтер, да? То есть я не говорю, что нудный человек или какой-то, а он кропотливый, а он не нудный. Для кого-то эмоционального он нудный, а для того, кому важна вот эта точность, кропотливость, то это очень важное качество, да? И мы идем, как ты прекрасно делаешь эту мелкую работу. Это же ювелиром можно стать с такими навыками, да? Далее направление. Человек идет в этом направлении. Итак, как делать замечания? Говорить о своих чувствах и ощущениях. Говорить в третьем лице от третьего лица. Есть такое правило. Сейчас я не говорила об этом, но, например, можно сказать, как учитель я могу сказать, что ты стараешься и делаешь какие-то вещи. Вот, смотря на эту работу, я вижу, что это работа старательного человека. Да? Человек, который разбирается в деле. То есть я с ним говорю о его работе в третьем лице. Когда я вижу, открываю вот этот альбом, этот рисунок, мне кажется, что это рисунок художника, ребенка, который ходит, человек, который уже несколько лет ходит в художественную школу. Да, может такое, или представляю, что этот человек мог бы превосходно рисовать.
Дальше есть ОСВК, обратная связь высокого качества, и ОСВК с минусом. Сейчас мы посмотрим, что это такое. Обратная связь высокого качества какая? Когда ее дают? Ребенок сделал что-то, там была презентация, показал. И, друзья мои, эти правила можно использовать и со взрослыми, и с детьми. Могут и как руководитель со своими подчиненными, да, и неподчиненными в семье с друзьями. Во-первых, мы говорим, что понравилось. Мне понравилось. Обстановка, настрой, одежда, находим все, что-то, что можно похвалить. Чего было мало? Вот если бы еще вот этого. Вот я представляю, вот мне не хватило, не то, что у тебя не хватает этих навыков. Мне не хватило вот этого. Я хотела бы еще увидеть вот это. Мы дали направление, и что можно улучшить? Вот если еще бы улучшить вот это, мы даем направление, не говорим, ты плохой, у тебя не получается. Мы отметили хорошее, человек расслабился, и он готов принимать дальше информацию. Поэтому это называется обратная связь высокого качества. ОСВК минус. Это когда мы говорим, почему минус? Когда ребенок сделал какую ошибку, ребенок взрослый, он понимает, что нашкодил, что-то сделал не то. Что мы тогда говорим? Во-первых, сказать, нет, ты хороший. Нет, не имеет смысла, он же не поверит. Мы признаем ситуацию. Да, было плохо сделано. Какие могут быть последствия? Если так продолжать, возможно... Вот эти последствия можно говорить, можно не говорить. Но на что это, почему это важно? Когда мы говорим, какие последствия, мы утяжеляем, спускаем в минус, потому что ребенок уже идет в минус, он в минус, он признает ситуацию, что плохо. И мы показываем из этого плохого, что может еще хуже стать. И здесь дальше. А чего не хватило для оптимального решения? А как ты думаешь, почему ты поступил так? Чего тебе не хватило? Вот. Почему ты взорвался, оскорбил? Почему ты у него взял игрушку? Мне было обидно. Что ты чувствовал при этом? Да? Чего не хватило? Какие имеются ресурсы? А что можно еще по-другому сделать? Какие имеются ресурсы, чтобы решить текущую ситуацию? Какие дополнительно нужны навыки? А что нам нужно? Может, нам нужно выучить новые слова, чтобы отстаивать вот свое право? Сказать, верни мне мой пенал, мою ручку, да, чтобы не бить в нос, а попросить. Да. И тогда потребовать, даже не попросить, а потребовать свою вещь обратно. Верни мою игрушку, потому что мне его купил папа. Все, это мое, да? Высказал цивилизованным образом, защитил свою территорию, а не пошел, фингал ударил, а еще тот второй, еще больше. Как можно исключить аналогичные ситуации? И дальше мы уже рассуждаем, может, сами отдельно, если ребенок маленький, уже в зависимости от возраста, если постарше, а как мы можем сделать, чтобы этого не случилось? Ну, например, вот племянники купили этот, как называется, вот здесь он, квадрокоптер. Вот. Хочет выйти с ним на улицу с ребятами играть. Я говорю, хорошо, можешь выйти. А куда ты собираешься? А у вас, у нас там, говорю, там деревья, верно? Там много деревьев, да. Ты готов, если он застрянет в дереве, что не сможешь вернуть? Так я буду осторожен. Хорошо, а ты друзьям дашь? Да, конечно. А они смогут так же вести? Слушай, ладно, пусть останется в следующий раз, когда пойдем на стадион, тогда я отнесу. Все. То есть он рассчитал, что ему будет грустно, обидно потерять его, сломать в деревьях, еще и поругаться с другом, а сказал, ладно, в следующий раз. То есть мы задали простые вопросы, и он придумал, как исключил
исключить ситуацию, при котором он расстроится. Но это было его решение. Я не говорю, может, хочешь, неси, я не запрещаю. А где ты будешь делать? И пирамида Дилтса. Это очень интересная пирамида, другая, друзья мои. Это пирамида ценностей. Снизу пойдем вверх. Окружение. Что я имею? Ну, ребенок, да, ребенок, взрослые, относительно любого человека. Почему я это имею? Потому что у меня какое окружение? Кто со мной дружит? Вот, в одной группе несколько детей, они группками делятся, да, кто-то с кем-то дружит. Почему? Потому что у него определенное поведение. Если он дружелюбный, у него куча друзей. Если он недружелюбный и дубасит, то от него все прячутся. Почему у него нет друзей, нет окружения? Потому что у него такое поведение. А почему у него такое поведение? Потому что у него такие способности. Он умеет дубасить, он умеет добиваться своего этим. А другой может хорошо рисовать, и он сидит и рисует, и вокруг него собираются те, кто рисует. Тот футбол играет с мячом, вокруг него эти объединяются. А почему у него такие способности? Потому что у него такие убеждения, ценности. Мама сказала, как хорошо рисовать. У тебя так хорошо получается рисовать. Да у нас все в семье хорошо рисуют. Он начинает рисовать. А папа сказал, слушай, посмотри, как там Марадона, Пеле или кто-то, Роналду гоняет мяч. Ты смотри, какая у них техника. И он увлекся футболом. Да? Потому что убеждения, ценности пришли откуда-то. Идентичность. А почему он так делает? Потому что он хочет быть хорошим футболистом. Неважно, ради папы, ради мамы, ради кого-то. У него идентичность. Я крутой парень, папа меня любит, я буду футболистом. А дальше идет, а почему такое? Потому что миссия. Мне хочется быть своим кругу. Смотрите, из каждой вещи мы поднялись вверх. Самое интересное в этой пирамиде, что мы в школе, в садике касаемся трех вещей. Вот первое – это способности и поведение, да? И окружение, потому что это поведение. Но каждый нижний уровень управляется тем, что вверху. Окружение меняется только тогда, когда меняется поведение. Поведение меняется, когда у человека есть арсенал что-то делать по-другому. Он что-то делает по-другому, если у него есть осознание, что это по-другому лучше. А почему у него приходит это осознание? По той причине, потому что он идентифицирует себя таким. Шалун, он драчун, умница, красавица такая, элегантная и так далее. И вот от этого идет идентичность. А миссия – это уже другая история, уже повыше. Мы сегодня в детском садике пока не будем этого касаться. Хотя скажу, что маленькие дети эту миссию лучше осознают. Она у них в памяти, в сердце, в какой-то другой части. Потом, позже они забывают, но остается идентичность. Итак, резюмируем, друзья мои, уже 13:00, и смотрите, что получается. Похвала может быть полезной, если она искренняя, конкретная, к месту и дозирована, потому что лекарство от яда отличает всего лишь дозировка и уместность. Да? Лучше хвалить усилия, стремления, старания, нежели природные данные. Дальше. Похвалой можно испортить, если она нарушает вышеуказанные качества. Мы это тоже помним. Конструктивная похвала, как маяк, указывает путь развития ребенка. Пятое – это цель критики – признать проблему и помочь решить ее. Когда мы критикуем ребенка и говорим, у тебя что-то не то, не ты плохой, а у тебя получилось как-то не так. Давай разберемся, как это можно решить, чтобы у тебя получалось лучше. Обратная связь должна быть всегда высокого качества. Не абы как, а в
высокого качества. Чтобы изменить ситуацию, нужно подняться на одну ступень выше в пирамиде ценностей и оттуда решить ее. Ну что ж, друзья мои, у вас остались вопросы? Я вижу ваши благодарности, мне очень-очень-очень приятно. Какая информация оказалась для вас наиболее ценной? Что вы будете в своей работе использовать, друзья мои? Кстати, здесь в файле мои координаты. Если у вас возникнут вопросы, вы всегда можете напрямую со мной пообщаться, написать на электронную почту или ВКонтакте, задавать свои вопросы. Так, я вижу, вопросов нет. Ну что ж, на этом я завершаю, дорогие мои. Надеюсь, вы услышали, конечно, вспомнили много своего из своей практики. Очень многое мы знаем, но порой забываем. Поэтому желаю вам удачи, и пусть ваша похвала всегда будет как маяк. И как учителя, а не маяк, как маяк сияет для любого ребенка, чтобы ребенок стал счастливым, успешным и радостным. До свидания, мои хорошие. До следующих встреч. Сейчас вам расскажут, как приобрести сертификаты. Ладно?